Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир своими руками. В данном видео хочу... Видео очень короткое, но информация очень нужная. Никогда, когда пьете чай горячий, не ставьте его на подоконник. Буквально через очень короткое время у вас вот в этом месте под кружкой появится вот это вот пятно, которое потом невозможно будет ничем убрать, и вам просто придется менять подоконник. Поэтому, если такие пятна появились, особенно это бывает, когда устанавливают подоконники, а здесь еще пленка, и строители, там отделочники, когда работают, там пьют чай и ставят кружку на подоконник, а потом под конец ремонта вы срезаете вот эту пленку, поднимаете ее, а там пятна. Вот, знаете, это от кружек с чаем горячим. Поэтому никогда так не делайте. И смотрите, чтобы строители и отделочники, которые, если у вас работают, они так не делали. В общем-то, все. Заходите на мой канал и подписывайтесь. Ставьте лайки, если понравилось. Ну, если не понравилось, не обижайтесь. И заходите на мой сайт evoremont.ru. До свидания.